чего нужно начинать? Значит, первое, нужно понимать, что ответственность на врача переносить не надо. Мы как делаем? С другой стороны, вы такие: я заболел, но лечить себя не буду. Вот пусть врач этим занимается. А у врача еще 100 таких пациентов, и ему нужно сегодня оборот сделать по компании, да, по медицинскому центру. Ваша задача, первое, изучить свою болезнь. Как говорится, познай себя сам. Читайте подробно учебники медицинские, что это такое, где собака зарылась. Да, у этой болезни есть энергетические корни, это понятно. Вам прежде всего нужно понять с позиции медицины, какие органы затронуты, какие центры управляют этими процессами. После этого вы сможете при помощи энергоинструментов в тех или иных точках энергии запустить, которые там заблокированы, и они смогут вывести ваше тело хотя бы в какой-то баланс. То есть не говоря вот о полном исцелении, да, но хотя бы в какое-то равновесие. После этого вы можете месяц за месяцем, может быть год за годом выводить тело в нормальное здоровое состояние. То есть если человек болеет 6 лет, за день, если ты не целитель, как в том видео, за 45 секунд, это сложно сделать. Практически невозможно, но планомерное, дисциплинированное занятие своим здоровьем, знающее занятие, не передача ответственности врачу. Да, к врачам нужно ходить, я не против них, но надо понимать, что ответственность только на вас, изучать свою болезнь нужно это 100%, и применять энергопрактики это нужно 100%, наряду с любыми медикаментозными, если врач вам записал что-то, наряду с этими препаратами. Используйте восьмерку как минимум. Используйте прокачку позвоночного столба, это есть у нас в марафоне, берите ссылочки, делайте эти два упражнения каждый день в периоде месяц. И вот приходите на эфиры и пишите, какое ваше состояние. Это очень важно писать. Помните, мы медитацию делаем, я говорю, пишите. Почему? Это регистрация ваших изменений для мозга. Если вы такие сделали медитацию, пошли дальше, вы ничего не запомните. Но если вы сделали медитацию, записали, мозг такой: о, что-то было, все, галочка поставлена, идем дальше. То есть он уже в это верит, для него это фундамент, на котором он строит все дальнейшие ваши энергопрактики. Поэтому обязательно, вот кто написал, пишите, что с вами происходит, и посмотрим, может, в следующем видео уже будет динамика определенная, положительная.